Россельхознадзор уже приступил к тотальной проверке агропродукции из Турции. Как сообщили в Минсельхозе, вопросы к качеству продуктов из этой страны есть и есть давно. Турецкие производители неоднократно нарушали российские стандарты. К сожалению, в среднем 15% турецкой сельхозпродукции не соответствует российским нормам. Вынужден констатировать, что с начала текущего года зарегистрировано порядка 40 случаев выявления остатков запрещенных и вредных веществ турецкой продукции животного происхождения. В плодово-овощной продукции также обнаружено существенное превышение максимально допустимых уровней содержания пестицидов, нитратов, нитритов. Проверять овощи, фрукты и мясо будут как на границе, так и на турецких предприятиях, где их производят. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, сообщили, что уже изъяли почти тонну продуктов из Турции, в том числе кондитерские изделия.